Итак, чем полезен амарант? Амарант – это растение, чья польза широко известна с самых стародавних времен. Амарант содержит нерастворимую клетчатку, цинк, белок, марганец, жирные кислоты, витамин С, каротин, фосфолипиды, антиоксиданты, калий, сквален, железо и аминокислоты. Наиболее питательная часть растения – это семена. В лечебном направлении высокоэффективны сок и отвар листьев. Амарант имеет оздоравливающее, заживляющее, тонизирующее воздействие на кожу, лечит пищевые и неврологические расстройства, повышает иммунитет. Применяется при ожирении, дыхательных патологиях и остеопорозе. Амарант – известный источник фолиевой кислоты. Способен улучшить мозговое кровообращение, регулировать глюкозу и снижать холестерин. Амарантовое масло применяется после применения антибиотиков. Улучшает зрение, нормализует гормональный фон. Систематическое употребление в пищу измельченных семян амаранта улучшает работу репродуктивных систем у мужчин и женщин. Сок амаранта лечит воспаление горла и полости рта, заживляет ранки, ускоряет регенерацию клеток. Отвар листьев нормализует углеводный обмен, повышает тонус сосудов, усиливает иммунитет. Противопоказания: острые стадии заболевания почек, желчнокаменная болезнь, дисбактериоз, хронический панкреатит, язвенная болезнь и аллергия. Амарантовая мука используется в диетических программах при диабете, атеросклерозе, лишнем весе, онкологии, половых расстройствах. Выпечка из такой муки отличается низкой калорийностью и оригинальным вкусом. Не содержит глютен. Крупа амаранта также весьма полезна. Блюдо из нее уменьшает аппетит, способствует быстрому выведению шлаков и токсинов и снижает вес. В косметологии амарант применяется как средство для питания и активации роста волос, как компонент для питательных антивозрастных масок для лица, очищающих лосьонов и добавок крема для рук. Семена амаранта запускают восстановительные процессы на клеточном уровне, катализируя их регенерацию, избавляют от воспалительных процессов, избавляют амарант и от облысения. Ну что, как говорится, сеем? Чтобы почаще нам встречаться, вам осталось подписаться. Благодарю вас за внимание, лайк и подписку.